Раз. Не, не идет. Блин, он старый такой, да? Это не Волынь случайно? Друзья, всем привет. Только что приехал в одно место. Такой вот частный сектор. Здесь, в общем, продают ЛуАЗ. Ну, за 10 тысяч продают. Сейчас посмотрим. Вот так-то без номеров, с учета снятой. Ну, хотел купить для деревни туда. Так что давайте посмотрим. Может, даже запустим. Стоит он давно, уже, наверное, полгода стоит. Так что зайдем, сейчас посмотрим. Какого года? Ой, блин, это надо паспорт посмотреть. Он на ходу, да? На ходу. Движок родной, все родной. Ну, все, я сейчас покажу. Блин, он старый такой, да? Это не Волынь, случайно? Ну, наверное. Вот, смотри. Ну, какого года? Какого года? 77-й. Да. Ему почти под 40. Да. Все заводится, все мы тут делаем. А да, движок сколько лошадей? 30-40? Это 40-ка. 40-ка? Да. Карбюратор родной? Родной. Все родной здесь. А завести можно? Интересно. Завести, я не завещаю. Это типа Волынь, похоже. А крыша какая-то самодельная, что ли? Нет, ты клепанный. Нет, у него же крыша... Братишка снимал эту. Крыша же не мягкая? Нет, братишка снимал это, да. И... Летом же, а вон она лежит. А, блин, чтобы это... Так, я посмотрю. Подожди, не заводи, я посмотрю приборку. Ай, приборку. Мне еще массу надо включить? Давай-ка массу. Подожди. Масло, топливо. Ключи родные, да? Да, родные. Это, получается, раньше твой был у вас что? Это? Да. Он сейчас мой. Это... Я его купил же. А-а-а. Я с ним трактор хотел делать. Понятно. Так, все родное, да, салончик такой. Да, да. Ну-ка, давай, первый запуск. Аккумулятор, значит. Братишка, давно не заводил же? Давно стоит, что ли? А? Лет 10, наверное, стоит. Блин. Он, вот. Оказывается, это снял клемму. 969, что ли он как-то вот это у вас? Есть же там, Волынь же у них, морда чуть-чуть другая. Мордочка чуть-чуть другая. 77-й год, значит, да? Да. Это что, самодельное? Ага. Бензин-то есть? А, бензин есть. Аккумулятор. Видишь, аккумулятор все. Потому что аккумулятор старый. Он что, стоит. Сейчас я свой принесу. А? Свой сниму с машины. Угу. Так, что у нас по салону-то? Вот такой салон. А эти сидушки что, тоже родные? Родные. Боковые. Я тебе сейчас покажу. Как складывается, давай-ка покажу. Да. Я чуть первый раз братишка, такой. Братишка, видишь, дрова возит? Да. Вот она. Знаешь, это... все-таки ездит, смотри. Да? Смотри. Положите. Вот открывается. Видишь? Дверь здоровая, правда. Вот. Холодильник полезет. Вот здесь, сейчас я тебе покажу. Вот покажи. Вот покажу, как он складывается. Вот смотри. Ой, раскладывается. А, получается для пассажиров, да? Да, да. Слышь, удобно. Они даже эти. Удобно придумали. Да. Стекла только не родные. Как? Это просто стоит. А-а-а. Вон же оно все. А, типа тонировка. Это братишка, ну, чтобы более не видно было. Понятно. А это что, потолок сами что ли обшивали? Это хозяин сам обшивал. Не, ну классно. Классно, классно. Тут получается у него как-то раздатка или что есть, понижайте? Это блокировка заднего моста. А, блокировка, вот да. А это что такое? Здесь скоростя, а? Вот это скоростя. Сколько скоростей? Положено, а? Сколько скоростей? 4? Вот же написано, вот, посмотри. Угу. 4 вперед, 1 назад, да? Да. А вот это вот, видишь этот вот? Вот написано, вот это вот. Угу. А это видишь? Задний мост совсем исключительно. Понял, да. Совсем можешь отпустить задний мост. Ну да, это как Нива, полный привод. Как УАЗ, УАЗики. Интересно. Да. Это сиденье не убирается? Это нет. Нет, они и так стоят. Видишь? Угу. У него все, раздатка, это все работает. Все работает. Понятно. Это здесь отстегнулось. Ну вот здесь надо это одевать его. Вот так вот. Это что, снимается лобовое? Ой, она сейчас, наверное, не снимется. Нет, я вообще говорю. Ну да, если так разобраться, да. Ну, потому что, видишь, у него же к ней же все приклепано. Угу. Это когда было брезентовый, да, можно было отстегнул и вот так положил. А сейчас нет. Ну, как будто самодельная или нет? Самодельная. Самодельная? Клепанный, да. Да, металл хороший, конечно. Конечно. Вот такая подножка. Подножка, говорю, маленькая такая.
Зачем подножки? Я и так залезу. Вот она снимает. А резина родная, да? Луазовская. Родная, родная. Кстати, здесь другие колеса, не как на Запорожце. Ну это же она, вот это все родное. Ну это везде, мини-вездеход уж. Да, да, да. Это что такое ты снял? Это же вот это. Ну-ка, убери. От сверху. А, понял. Понял, да? Это братишка снимал, потому что жарко. Угу. Защита двигателя, да? Да. Металл. Броня. Броня. Бампер такой. Рукоятка. Ну, бампер я красный. Это родной бампер? Да, да, да. Этот мощный такой. Ну, техника же. Ну, так это кажется. А вот на классике просто... он мягкий, а здесь подтвержден. Сделан в СССР фары. Здесь разбито. Это разбито. Решетка. Что здесь должно написано быть? Что-то должно было, не знаю. Это своя. Там вон этот, видишь, жалюзи открывается, закрывается. От УАЗика что ли здоровый? А может быть. Это свое, все свое здесь. Здесь то, что все есть, кроме печки. Печки нету. И все. Они же печки у них горят же, блин. Сняли, да? Да. Так, вакуум. Релюшки, все родные. Релюшки. Здесь вот два тормоза и одно сцепление. Бачкой, да? Бачкой. Да. Угу. Все так. Масло ты хоть посмотрел, нет? Конечно. Чистое. Братишка за ним смотрит. Ну и вот рулевую, вот которая у него, вот это есть, вот это, угу. Вот эта херня здесь снизу. Мы ее перебирали. Ну-ка, закрой капот. Мы ее перебирали. Посмотрим со стороны. Это что за, блин, воздухозаборник? Да, это просто для вида. Ну он такой, знаешь, цвет у него какой-то бежевый, что ли. Ну это ему, знаешь, как ты говоришь, 70 какой год? Это что открывается? Да. Ну это вот воздухозаборник, салон. Угу. Воздухозаборник. Интересный капот такой квадратный, да? Ну они же волынь-то вот идут вот. Сейчас так же все такое круглое. Нет, вот да, волынь же вот так идет. Угу. У них вот эта ширина здесь, а вот здесь вот крыло как-то вот, ну, ты понял меня, да? Дворнички, маленькие такие. Ну, свои, родные. А большие куда поставишь? Ну, можно, наверное, но нет, опять же, упираться будут. Угу. Зеркала. А, это зеркало. Да, такая. Прикольно. Получается, стекла сняли, да, вы? Вон оно, ты же у него, она снимает. Вот. Я понял, да. Да, это боковое. Обшивку снял и все засунул вот здесь вот, и все, она закрывается. Так, это первая, вторая, третья, а, четвертая. А, это да. Да, первая. Да. А там вот блокировка. Слушай, удобно под руку? Да, ну, я же военный же. И высоко сидим. Военный. Откуда зеркало, ты знаешь, что военный? Сюда сделали другой. Он, кстати, есть водоплавающий такой, я видел. Я видел. Как называется, по-другому. Амфибия. Я масло выключу. Ну, аккумулятор, я же говорю, давай сколько... мой поставим туда. А? Мой поставим аккумулятор. Как хочешь, снимай. Так, ну что, друзья, вот такой небольшой обзор. Сейчас попробуем запустить. Аварийка здесь. А что за тумблер? Эх, я помню, что ли, блин, сейчас. Повторить или что? Я хотел выключить тебе показать. Это, подожди. Здесь она, блин. Братишка убрал, наверное. Что это? Книжку хотел. Его книжку хотел я тебе показать. Паспорт или вообще? Техпаспорт там. Там техпаспорт есть. Где... Давно не ездили. Давно, да, да. Как он бы этот высадился? А что такое? Вот ты как раз эту. А, фары. Это не. А, жалюзи. Жалюзи, да. А подсос у него где? Подсос? Вот. А, вот подсос. Какая-то подсветка самодельная. Да. Это что, у него такая, вот, такая вот, приборка вот, была? Вот. А. Да, родное все. Что-то так-то выпирает. Ну блин, родное, все родное. А, вот же показывает ампер. Есть, да? Только не знаю, где он сейчас лежит. Ну, сейчас... мы не сможем завести. Не потом. Знаю, а можно, можно. Не, он холодный. Холодный. Я сейчас не помню, где он. Вот он. А нет, это ключ. Баллонник, ты что? Было? Да. Да. Ну, где-то он сюда взял. Здесь только баллонник и все. А, вот же впереди, вижу. Я говорю, что ты... А куда вон, блин, нет? Вот отверстие есть у него. Вот же оно, рукоять. Ну-ка, давай попробуем. Подожди, зажигание включу. Включил? Да. Не, допустим, он холодный. Там подсос надо регулировать. Вряд ли. Подожди. Вытащи.
вытащил же? Подсос я не вытащил. Не вытащил подсос? Нет. А, вот вытащил. Давай попробуем. Давай. Не идет? На счет раз, два, три давай. Давай. Раз, два, три. Не, не идет. Да? Ну чуть-чуть, да? Давай. Раз. Не, не идет. Раз, два, три. Ты подожди, ты торопись. А? На раз, два, три давай. Подожди, сейчас поставить на. Давай. Раз, два, три. Получается. Так, ну что, друзья, аккум разрядился. Сейчас попробуем свой снять с машины и попробуем запустить, послушать двигатель. Кстати, он давно стоит, аж трава заросла. Он. Я тебе говорю же. Ладно, сейчас 3 минуты. Аккум снимем. Так, поменяли аккумулятор, сейчас попробуем. Так, ты давай смотри там. Ну, на бак поставь. Я попробую покручу. О! Пошло! Ох! Как часики! А сейчас заглохнет! Сейчас заглохнет, бензин нет. Эх, ну ладно. Я говорю, он заводится с полпинка, блин, заводится. Как часики. А где у него глушитель? Что-то не вижу, блин. Сзади. О, глушитель? Здесь что? Вон он, с той стороны. Вон. А, он получается под машину. Да. Ну-ка еще разок. Че? На его бензин привезти. Ну? Нет, нет. Ты все, уже этот. Кончился, да? Да. Он его туда сосал. Давай попробуем. А там обратка есть, что ли? Не знаю. Первый запуск. Поесть полметра. Все отлично. Все. Глуши. Все, кончился бензин. Да. Там приколи под ним, ямка такая, он давно стоит. Потому что давно стоит. Все понятно. Я тебе говорю же, он с полпинка заводится. Видишь, бензин только. Ну, если братишка на ремонте сейчас. Так. Нет, если бы я знал. У тебя нет ручки, что ли? Нет. А что ты? Бомж вариант. Ага, понятно. Вот небольшой обзор Луаза 77 года. 969А. Вот такой вот вездеход. Не получилось сегодня прокатиться немного, бензин кончился. Я уж свой аккумулятор поставил. Ну, двигатель работает как часики, сразу запустилось все это дело. Так, ну ладно, на сегодня все. Сейчас пойдем посмотрим его разработку, его трактор. Новая модель 2020 года. 19-го? А, 19-го. Я в прошлом году только собирал. Бак-то и есть у него. Да, вон, братишка. Вот такой вот Луаз. Столько лет прошло, он все ездит. Смотрите, вот немного поржавел кузов. Ну это же резина. Делать, самое главное, резина вездеход. Здесь смотри, все, блин. Интересно, вот эта резина на Запорожец подходит или она на 13-й? Почему не подходит? Подходит? Я знаю, на Жигуля на копейки ставит даже. Тут мощная. Вот такая вот канитель. Фонари родные, сделаны в СССР. Все в паутине. Блин, бампера мощные. Вот такой Луаз. За 10 даешь, да? Угу. Не знаю, взять, не взять, пишите в комментариях. Ну, все заводится. Только номеров нет, получается. Номеров, ну, список снятый с учета. Да, с учета. Техпаспорт даже есть. Техпаспорт, а номера есть? Какие были? Черные или? Не знаю, не было. Советские, наверное? При мне я не видел. Наверное, были. Вот, вот, вот же место. Вот же место старое. Вот, а, смотри. Значит, вот, старые номера были. Старый образ, да. Вчера вот смотрите, да, 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 место. Да. А вот этот фонарь что, родной, что какой-то? Нет, наверное, это, наверное, вот. Для деревни самое то. Затонированное, видишь. Дрова возить вообще, это класс.
А там прицеп, вот такой прицеп, ну вот этот, если сделать. А, ну, не знаю, фаркоп, да? Не знаю, вот это работает или нет даже, вот это. Вот есть даже это. А, под фонаритом? Да. Бак вот. Давайте посмотрим днище. Да тут днище, это, конечно... Ничего днище не будет. Она днище как есть. Тут рама, да, получается? Да. Ну, ну, торсионы там. Торсионы, да. Все это. Ну, она, видишь, здесь вот... Я тогда еще смотрел. Ага. Вот смотри. Их же смазывают, да, шприцуют. Да. Этот, я имею в виду... Кардан там, да, вон сзади? Он внутри стоит вот в той беде. А вот эта беда не крутится? Вот это. Получается, как короб, что? Да, 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 да. Интересно. Ну, он же переднеприводный считается. Вот этот лос. Переднеприводный. У него задний... Вот здесь вот, где два рычага, вот, у него задний мост отключается. А потом ты, когда мост задний включишь, можно блокировку сделать. Интересно. Блокировку включаешь, у тебя задний мост будет не так одно крутить, а два. Понятно. Но это только на тихой скорости, там вот так. Не всегда в работе. Он не отключается. Это я знаю, я влазил. Я с него хотел трактор сделать. А потом что-то я передумал. Вот он так и стоит. Ну, раньше это военное, для военных. Ладно тогда, спасибо, что показал. Подумаю, если что, позвоню тебе.